Доброго времени суток, YouTube, уважаемые контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Сейчас мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения в разделе номер 2.1 «Услуги». Здесь описан весь алгоритм по оказанию нами дистанционных психологических услуг с оформлением справки для Ростехнадзора. Все очень четко, понятно, просто надо прочитать. И хотел бы я обратить ваше внимание вот на что. Лаборатория готова предоставить вам новую услугу, совершенно новую услугу. Обратите внимание, одно обследование одного работника с выдачей справки для Ростехнадзора на данный момент составляет 8700 рублей. Надо сказать, что институт имени Бурназяна в Москве за это обследование берет 25 тысяч рублей. И к ним надо приехать, оформить командировочные и так далее, и так далее, и так далее. Проживание работнику оплатить. А здесь быстро, не отходя от кассы, как говорится, люди могут получить это самое разрешение, эту самую справку за гораздо меньшую сумму. Но не об этом речь. 8700. При обследовании более 100 работников 8200. Вполне нормальная цена для такого трудоемкого процесса, который мы проводим и осуществляем. Но некоторым контрагентам это трудно представить себе такую сумму, когда работников более 100. У нас есть несколько таких контрагентов. Мы, конечно, идем навстречу, делаем различного рода скидки. Минимальная наша скидка 7800 рублей, когда работников совсем много. Наши экономисты, бухгалтера посчитали и сказали: Виктор Николаевич, а давайте мы предложим такую услугу, а именно договор аутсорсинга. То есть НПЦ КМЛ ПФО заключает договор аутсорсинга по психологическому сопровождению предприятий и организаций в рамках требований Ростехнадзора по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора. И появился вот такой вот договор. Смысл в чем? Сумма этого договора составляет 140 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная плата деятельности группы лаборатории психологического обеспечения, подчиненной научно-практическому центру АКМЭ. Соответственно, когда людей много, обследовать надо от 100 и более человек, получается значительно выгодней на протяжении всего года направлять этих людей и, соответственно, не привязываться к какому-то сроку по конкретному договору. Соответственно, предприятие оплачивает деятельность лаборатории, ежемесячно перечисляя на ее счет по счету 140 тысяч рублей. В этом случае предприятие имеет неограниченную возможность отправки своих работников на психологические обследования и, соответственно, получения справки Ростехнадзора, справки ОПФО для Ростехнадзора, если быть точным. Таким образом, если вы внимательно посмотрите, у нас таких контрагентов несколько, и действительно много людей, 150, 180, 200 и с лишним человек, и получается в итоге значительно дешевле, нежели отправлять этих людей по сумме 8200 рублей, в сумме, допустим, представляете себе, 150 человек, за каждого надо заплатить 8200, и эта сумма в разы превышает ту сумму в 140 тысяч, которую предприятие ежемесячно оплачивает, договор заключается на год, ежемесячно оплачивает деятельность лабораторий и направляет любое неограниченное количество работников своего предприятия. Любое. Собственно, вот это несложная математика, несложный расчет, который вы сами можете произвести. Вы увидите, что это гораздо выгодней. Заключить договор аутсорсинга дешевле просто в разы, нежели платить по каждому человеку в отдельности 8200 при количестве более 100 человек. Все легко перемножается, и цифры значительно разнятся между собой. На этом все. Если будут какие-то вопросы от наших потенциальных контрагентов и действующих контрагентов, которые уже заключили с нами договора, но думают о том, что как бы минимизировать затраты на получение этой самой справки ПФО. Такое предложение нами сделано. Скачайте, подумайте, взвесьте, посчитайте. Возможно, это невозможно, а точно это будет выгоднее для вас, в случае, если у вас большое количество
работников. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!